картошечка уже убрана, разные сорта, розара, не розара, всякая. Мне нравится желтый картофель. Вообще самый полезный с белой серединой, красный картофель с белой серединой. Сырую картошку ем. Я перестала жареную есть, вареную. Более-менее она еще запеченная, печенки на костре, да, вот как раньше делали. Она щелачивает, у нее щелачивающие свойства. В фольге запекаем. Ну а так лучше всего сырую. Она очень полезная для пищеварения, улучшает вывод токсинов, омолаживает, регенерирует клетки. Сырую лучше есть, пока вот она свежая. Я полюбила ее вкус, какой он есть, природный, я ее так воспринимаю. Вот она какая есть. Ну, вообще по ощущениям, что я примерно как яблоко ем, я еще фиником закусываю ее. В общем, чищу ее, очищаю, да, мою, чищу. И ем каждое утро, съедаю такую вот картофельную крупную с кулачок.